В данном видео мы с вами рассмотрим, как зарегистрировать электронный почтовый ящик на сервисе meta.ua. Для начала я рекомендую записать данные, по которым вы будете регистрироваться, либо в текстовом файле, либо посредством программы Word или на бумаге. В данном случае я использую обычный текстовый файл, прописываю почту и указываю название сервиса meta.ua. Дальше пишу имя, фамилия. По стандарту для тестового видео записываю по стандарту Иван Иванов. Так, обязательно с большой буквы. Так вот имя, фамилия пишется. Дальше нам нужно придумать логин. Это типа такое псевдоимя с цифрами, да? Сразу можем продолжить. Собачка meta.ua. Следующее, обязательно придумаем пароль. Пароль, в принципе, должен быть сложный. В некоторых случаях сервис разрешает вставлять специальные символы, в некоторых не разрешает. Поэтому мы, в принципе, сделаем среднее. Маленькие буквы, несколько цифр, пару больших, маленькая и пару цифр. В принципе, вот такая сложность пароля довольно-таки неплохая. Минимум должно быть символов, желательно минимум 8, не меньше 8. Дальше, следующее. На всякий случай пропишем вопрос секретный и ответ на него. В принципе, вопрос может абсолютно быть любой, любое значение. Это может быть цифровое значение. И ответ может быть, в принципе, какой-нибудь буквенный то же самое. Вот. После того, как мы записали эти данные, мы переходим уже к самому процессу регистрации. Переходим на сайт meta.ua, попадаем на такую вот страницу. Значит, с левой стороны вверху, где форма входа, есть внизу слово «регистрация». Жмем на него. Далее нас просят заполнить специальные разделы. Имя, фамилия. Имя, фамилия у нас уже есть. Копируем, все делаем посредством подставления, да, лишнее удаляем, вот так вот. Дальше логин, логин у нас уже есть, то есть логин — это все, что до значка собачка, выделяем, копируем, вставляем. Далее пароль, берем, выделяем, копируем пароль. Так, повторяем пароль и прописываем капчу в этом окошке. Галочка стоит, что мы принимаем условия, и нажимаем «Зарегистрироваться». В принципе, следующее окно – это дополнительная информация. Здесь вы можете указать пол, если вы неправильно, допустим, здесь неправильно стоит, да, выбрать день рождения, потом обязательно создать e-mail, вот сюда вот поставить галочку, потому что если вы не поставите этот адрес, e-mail не зарегистрируется. Дополнительный mail не обязательно. И дальше контрольный вопрос. Так, ну смотрите, здесь свое прописать нельзя, здесь можно выбрать что-нибудь, да, такое вот, ну пусть будет моя любимая группа, то есть что-нибудь выбираете. А, нет, вот смотрите, здесь есть контрольный вопрос, или укажите свой, вот ниже, да. Ну, мы свой, в принципе, уже придумали. Там будет 4, 5, 6, ответ будет вот это. Так, 4, 5, 6, ответ вот такой вот. И нажимаем «Сохранить». Дальше мы попадаем вот на такую страницу, и здесь, в принципе, вот наша... Так, где-то там наша почта, сейчас мы найдем. Значит, вот есть раздел «Почта», нажимаем, вот, и попадаем в свой почтовый ящик, где есть входящие, черновики, спам и так далее. На этом все, до скорой встречи в следующих видеороликах.